пугаются взрывов. Тысяч глаз в небо глядят, губы упрямо твердят. Дорогие многоуважаемые друзья! Добрый вечер! Нам очень приятно сегодня оказаться здесь, на главной сцене страны. Мы — это Эвелина Блёданс и Александр Олешко! Этот вечер действительно необыкновенно добрый, потому что сегодня мы собрались здесь, чтобы говорить о самом главном, самом любимом, самом нежном человеке на всей земле, о нашей маме. Друзья, мы присутствуем при историческом моменте. Здесь и сейчас происходит событие вселенского масштаба. Ежегодная традиция, проводимая в Государственном Кремлевском дворце, устанавливать вновь и вновь новый рекорд в честь наших мам. Как красиво. Потрясающе. В зале присутствуют представители Книги рекордов России, которые пришли сегодня зафиксировать новый рекорд. Наибольшее количество зажженных неоновых цветов на мероприятии, посвященном Дню Матери. Наше искреннее желание выразить всю свою любовь и признательность. Спасибо вам! Спасибо! На сцену приглашается министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Аршакович Петросян. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие мамы Москвы! Добрый день, дорогие мамы России! Всех вас хочу поблагодарить за активную жизненную позицию, за активное участие в жизни нашего города, за ваши замечания и предложения, которые вы нам даете, за то, что вы всегда рядом. Но знаете, мы тоже всегда рядом. С праздником вас, дорогие друзья! Дорогие друзья, к нашим поздравлениям присоединяется народный артист России Ринат Ибрагимов. Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой не мечтал до зари. Друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе, Москва. Ты
к нам в Москву приезжай и пройдись по Арбату, окунись на Тверской в шум зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. На сцене Маргарита Позаян. Солнце светит всегда, а в моей душе.
хорошо, если я с тобой. Вместе навсегда с тобой, с тобой. Отпусти свое вчера, жизнь как яркая игра, и правила твои, твои. Если ты со мной, будет все хорошо, если я с тобой. Сердце навсегда с тобой. Все хорошо, если ты со мной, будет все хорошо, если я с тобой. Вместе. Хорошо. Спасибо! На сцене Александр Ягья и модели дизайнера Светланы Копневой и Елены Хорошевой. Добрый вечер, с праздником! Села листва у природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Эти желтые листья в ладони свои собираешь. Отсверкали они и лежат на холодном лугу. И ты сердцем моим, словно листьями, теми играешь. И бросаешь костер, не сжигай только нашу мечту. Потому что нельзя все вместе. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Еще один шанс. Потому что нельзя все вместе. Потому что нельзя. Браво. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя. Потому
что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. С праздником! Ну а мы, дорогие друзья, продолжаем наш праздничный вечер и удивительный, добрый, красивый концерт. На этой сцене Глеб Матвейчук! Звон такой, под тобой поет барабан большой. Барабан, 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 барабан. Только каблучком его ты не пора. Ты судьба, барабан на всю планету. Каблучком твои приметы должен слышаться. Заслуженная артистка Республики Ингушетия Сагдиана, участники хора многодетных семей и хореографический коллектив «Созвездие детских талантов». Счастье
Я так жду прикосновения твоего огня. Я люблю тебя, как любят теплый месяц май. После затяжной зимы мне лето подавай. Будь со мной, мое сердце разбуди. Рядом ты, да только руку протяни. Пой со мной, яркой радугой в груди. Будь со мной, от беды меня храни. Будь со мной. Спасибо большое. Митя Фомин, средняя группа солистов хора многодетных семей города Москвы и хореографический коллектив «Джельсамина». Добрый вечер! Скучаю по тебе, знаю, я проиграл в слепой войне. Если я в твоем сердце, вновь позволь мне согреться душой. Если ты еще любишь, знаю, верю, ты будешь со мной, со мной. Я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. Я хочу быть с тобой. Я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. Слышать голос твой. Я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. И тебя целовать. Я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. Тобою дышать, тобою дышать. Солнце сильнее, чем долгие дожди. Бьется сердце твое в моей груди. Да, мы свободные птицы, но так трудно проститься, любя. Эти сложные чувства, мне так холодно, пусто. Без тебя, без тебя. Я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. Я хочу быть с тобой. Я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. Слышать голос твой. Я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. Тебя целовать, я мечтаю быть рядом.
Я хочу быть с тобой, я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. Слышать голос твой, я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. И тебя целовать, я мечтаю быть рядом, рядом, рядом. Тобой дышать, тобою дышать. На сцене лауреаты марафона талантов и Евгений Христов, и Лебеда. Все поймешь.